Здравствуйте, уважаемые лидеры, консультанты и гости проекта. Меня зовут Валентина, я менеджер компании Reclaim из города Новокуйбышска. В бизнес меня пригласила директор компании Reclaim Яшкова Елена. Она рассказала о возможностях, показала бизнес-план. Мне это все очень понравилось, и я решила строить свой бизнес. Всегда жила по шаблону государства. И всегда понимала, что работая на государство, я никогда не заработаю больших денег. А впереди пенсия. И если я сейчас ничего не изменю и ничего не буду менять, то так и останется мне вот так вот доживать, как на той картиночке со шляпкой. Пенсионеры, то есть доживать свой век и ни о чем даже не мечтать. А мечтать хочется. Хочется путешествовать, хочется иметь другую квартиру красивую, хочется иметь автомобиль. И нужно что-то менять в своей жизни. И пришло сейчас время такое, нужно выходить из этого шаблона, нужно изменить это. Наш век сейчас, информационный век, очень много стало интернета. И я так думаю, что интернет – это как раз тот путь, который вот в данный момент нужен мне. Он мне поможет продвинуть свой бизнес, в котором я работаю. 85 российских интернет-пользователей делают покупки в интернете. 43% из них делают это ежемесячно. Возможности интернет сегодня разные. Оплата ЖКХ, оплата штрафов ГИБДД, покупка товаров в интернет-магазине. Делаются денежные перечисления. Оплачиваются авиа и ЖД-билеты, госуслуги. Браки, знакомства и многое другое. Все идет через интернет. Мир изменился. Появились социальные сети для общения, мобильный интернет, канал YouTube, где можно все это смотреть и наслаждаться. Мы вас зовем в проект не покупать баночки и продавать баночки. Мы вас зовем на серьезный бизнес, построение своего международного бизнеса. И если в 21 веке ваш бизнес не будет в интернете, вас не будет в бизнесе. Компания Reclaim идет в ногу со временем. Почему мы выбрали именно эту компанию? Это легальный прозрачный бизнес. Почти 50 лет на рынке. Работает в 62 странах мира. Нет финансовых вложений. Косметика – средства гигиены высокого качества и по доступной цене. Уникальная продукция wellness. Раскрученный бренд. Все знают, что такое Reclaim. Засчитывается трудовой стаж. Есть отчисления в пенсионный фонд. 17 зарплат в году. Плюс премии. Доход на личный счет каждые 3 недели. Участие в банкете директоров Reclaim. Путешествия в экзотические страны за счет компании. Бизнес передается по наследству. Reclaim 21 века. Мы не приглашаем вас в старый Reclaim. Системы инновационного бизнеса в Reclaim. Наш проект подойдет для тех, кто понимает, что это бизнес, а не работа по найму. Понимает, что доходы зависят только от результата работы и готовы к этому. Для тех людей, кто знает, что первый заработок в интернете может прийти не сразу и готов трудиться сегодня ради получения дохода в недалеком будущем. Для кому может стать удаленным сотрудником? Мамочки в декрете, школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Для таких людей проект – это выход из положения. Сегодня вы услышите ответы на 5 основных вопросов. В чем смысл бизнеса? Что нужно делать? Откуда берутся деньги? Кто будет помогать? Что мы получим в итоге? В чем же смысл бизнеса? Смысл любого бизнеса – в получении прибыли. Для этого необходимо создать товарооборот. Какой товарооборот создать? Какой товар создает наибольший товарооборот? То, чем мы пользуемся каждый день. Наша продукция универсальная, с него начинается утро
и заканчивается день. В любой кризис наш продукт нужен людям. Наша цель с вами – создать большую организацию потребителей, где каждый будет покупать для себя. Правило 3P. Все, кто работает в проекте. Первое. Покупать продукцию для себя. Поменять обычный розничный магазин на интернет-магазин компании. Второе. Приглашать людей работать на досках объявлений и в соцсетях. Как это делать, вас научат спонсоры. Третье. Посещать обучение. Вебинары у нас бесплатные. Откуда берутся деньги? Три способа зарабатывать. Первый – это экономить на своих покупках от 20 до 80%, плюс бонусы и подарки от компании. То есть мы всю эту продукцию покупаем, которую пользуемся не в магазине, в соседнем магните или в каком-то другом, а у себя в интернет-магазине и зарабатываем деньги на себя. Строить структуру лояльных покупателей. Например, 1000 человек приобретает продукцию в среднем на 1000 рублей. Товарооборот составит, у меня тут ошибка, 100 тысяч рублей. Вы один не сможете создать большой товарооборот, поэтому приглашайте через интернет людей, которые будут тоже пользоваться продукцией и рассказывать им о возможности построения бизнеса и в компании на личном потреблении. Показывать каталоги и получать немедленную прибыль. Разница между ценой каталога и вашей ценой. Показывать каталоги – это на желающих. Откуда берутся большие деньги? Конечно же, от построения сети потребителей. Чем больше потребителей вы привлечете в свою сеть, тем больше ваш товарооборот будет, и тем больше ваш результат будет в зарплате. Геометрической прогрессии. Если вы пригласите 2 человека, а ваши 2 пригласят еще 2, то в каталоге вас будет 4. И так далее. 4 человека пригласили по 2 человека, вас уже 8. В течение 3-4 месяцев можно пригласить 64 ключевых партнера, которые тоже будут приглашать людей. Сколько можно заработать? 1000 человек, совершающие регулярные покупки в интернет-магазине на 1000 рублей, приносят вам доход 100 тысяч рублей в месяц. Как же начисляется доход? Оформляется индивидуальное предпринимательство. Вы получаете 17 зарплат каждые 3 недели. Идет стаж, отчисление, пенсия. Все это происходит легально. Сколько можно заработать? Если ваш товарооборот будет 150 баллов, то вы будете получать от компании 3% от товарооборота. Это примерно 200 рублей. Если ваш товарооборот будет 450 баллов, вы будете уже получать 6% от товарооборота, и он составит 500 рублей. Чем больше ваш товарооборот, тем больше процент вам платит компания. Если у вас 7500 баллов, то вы получаете 22% от товарооборота, и ваш доход составит от 30 тысяч рублей, и вы становитесь директором компании. Кто вам будет помогать? Компания-производитель предоставляет ресурсы. Международный сайт на разных языках, что очень удобно, потому что вы можете работать с людьми, которые живут в других странах, в Украине, в Казахстане, и у них будет свой сайт на их языке и свои каталоги. Доставка, хранение, продажи – все это компания берет на себя. Бухгалтерский учет, ответственность за продукты. Если у ваших консультантов получают некачественный продукт, вдруг там упаковка поломанная или еще что-то еще, то компания берет на себя эту ответственность, они сами меняют, и вы ничего вот, не вмешиваетесь в этот процесс. Просто каждый заказывает для себя и получает сам свою продукцию. Но такой доставки вы ему не делаете. Компания стимулирует развитие лидерства. Проходят разные акции, подарки, бонусы. Также вы получаете спонсорскую помощь, обучение 7 дней в неделю, бесплатно, в режиме онлайн. Идут записи на канале YouTube. Круглосуточная поддержка в чатах команды. Если у вас возникает какой-то вопрос, вы можете задать его в чате, и вам практически сразу же ответят на этот вопрос и помогут. Наша работа – сделать из вас профессионала.
Что же вы получаете в результате? Первое. Постоянно растущий доход. Если вы работаете на каком-то предприятии, и ваш доход составляет, допустим, 20-30 тысяч рублей, вы рады этому, но ваш доход в течение года не изменится. Если единственное, что вы получите премию, и то не каждый это получает. Наш доход постоянно растущий. С каждым каталогом товарооборот увеличивается, вы приглашаете все новых людей, и ваш доход растет. Путешествие по всему миру вы получаете. 24 часа в сутки с семьей, потому что все, что вам нужно для работы, это компьютер и выход в интернет. И свободу, финансовую свободу и независимость. Компания предлагает программу «Автомобиль Реклейм». Вы можете получить в подарок автомобиль. Факты гордости компании. Компания участвует в благотворительных проектах. Деньги, которые идут от покупок определенных товаров, идут в детские дома тех регионов, где эти деньги получают. Компания получает призовые места в церемониях, награждений и получает награды. Орифлейм продает парфюмерию больше, чем Шанель. Орифлейм в России занимает 3-е место по количеству онлайн-заказов после Аэрофлота и РЖД. Мы занимаем лидирующие позиции в нашей стране. Подведем итог. В чем же смысл работы? Нужно создать большую организацию потребителей, где каждый будет покупать для себя. Откуда берутся деньги? С покупок людей, с группового товарооборота. Что же нужно делать для этого? Рассказывать людям о всех возможностях бизнеса, организовывать поток людей на презентацию. Кто будет помогать? Спонсор и компания. Что получим в результате? В результате получаем постоянно растущий доход, который передается по наследству. Качественную продукцию, возможность путешествовать и быть материально независимым. Как успешно стартовать? Слушать спонсора и все делать по инструкции. Не надо ничего придумывать, просто выполнять. Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть. Я желаю вам, чтобы у вас была своя цель. Изобретать здесь ничего не нужно, просто придите и работайте, и получайте результаты. Мечты с проектом сбываются. Хочется пожелать, чтобы у вас появились цели, мечты, и вы зарабатывали на себя, и зарабатывали такой доход, который вам хочется. У кого получается в проекте результаты? У тех людей, которые умеют ставить цели и идти к ней, умеют мечтать. Это мои мечты. Я думаю, что они похожие на ваши. Я надеюсь, что вы примете правильное решение, напишите своему спонсору и будете сегодня в нашем проекте. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Всего доброго, удачи вам, до свидания.